свет превращается в звон колокольный, где рождается муза поющих сердец, как звезда посредине осеннего склона появляется в мире под лунным творец. Взмах руки, и ручьи устремляются к морю, прорезая ущелья заснеженных гор, знак волшебный его, стремительный взор, и весна оживает в торжественном хоре. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале в связи с 75-летием со дня рождения яркого музыканта, дирижера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Государственной премии Республики Дагестан Рамазана Магомедовича Гаджиева. Музыка – это свет, воплощенный в звуки. Родник, проистекающий из истоков человеческой души, неиссякаемая симфония творения. Выдающимся исполнителем, творцом и проводником ее величества музыки был Рамазан Гаджиев. Он рано осознал свое истинное призвание и посвятил себя служению искусству, исполняя величайшие творения мировой классики. Слово о маэстро Рамазане Гаджиеве предоставляется министру культуры Республики Дагестан Зареме Ажоевне Бутаевой. Выдающегося представителя музыкальной культуры Дагестана, талантливого дирижера, просветителя, заслуженного деятеля искусств России и Дагестана, моего любимого учителя Рамазана Магомедовича Гаджиева собрал сегодня нас в этом зале. Действительно, его вклад значим в культуру Дагестана. Это и подготовка кадров в хоровом исполнительстве. Это и, конечно же, музыкальные записи, пополнение музыкального фонда гостерадиокомпании «Дагестан», прежде всего на основе национального музыкального наследия. Возглавляя многие годы хор гостерадиокомпании «Дагестан», Рамазан Магомедович возвысил его на очень высокий профессиональный музыкальный уровень и пополнил репертуар этого хора жемчужинами. Об этом говорили известные музыковеды, что те произведения, которые вошли в фонд гостерадиокомпании «Дагестан» и «России», они стали настоящими сокровищницами, они стали алмазами, которые украсили музыкальную культуру национальных республик. Это был дирижер со своим неповторимым музыкальным почерком, всецело отдавший себя служению музыке. Помимо этого, мы все знаем, что он был и автором обработок народных мелодий, которые получили свою жизнь не только на сцене, но и в теле, радиоэфире. И, конечно же, особая страница жизни и творчества Рамазана Магомедовича была связана с Дагестанским государственным театром оперы и балета. С большой командой энтузиастов в то время он делал первые уверенные шаги. И благодаря в том числе и Рамазану Магомедовичу, репертуар театра пополнился такими шедеврами мировой классики из копилки, сокровищницы, произведений Рахманинова, Моцарта, Дворжака, Дагирова, Гасанова. И вы знаете, Рамазан Магомедович подготовил плеяду учеников не только в хоровом исполнительстве. Я очень благодарна, что я еще, будучи ученицей тогда еще первой музыкальной школы, мы были вот мои сверстники, нам было по 7-8-9 лет, он был первым, кто ввел нас в этот удивительный волшебный мир произведений западноевропейских, русских, дагестанских классиков. Он каждого из нас знал по имени. И сегодня, отдавая дань памяти великому музыканту, который жил музыкой, который дарил всем нам вдохновенно эту музыку и который оставил в Золотом фонде музыкальной культуры Дагестана вот эти сокровища. И
говоря слова благодарности этому удивительному человеку, наставнику, нашему коллеге, мы, конечно же, признаем, что этот человек, несомненно, золотыми буквами вписал свое имя в историю музыкальной культуры Дагестана. Светлая память вам, дорогой Рамазан Магомедович Гаджиев. Георгий Свиридов, «Любовь святая». Солистка Виктория Сагидова. Родившийся в горном лакском ауле Вачи Кулинского района в 1958 году Рамазан Магомедович поступает в Махачкалинское музыкальное училище имени Готфрида Гасанова на дирижерско-хоровое отделение, где учится азам мастерства у выдающегося хорового дирижера и педагога Розы Михайловны Мизрахи. Он был поистине человеком интернационального склада души. С огромным интересом он изучает творчество западноевропейских, русских, дагестанских композиторов. Первым в республике обращается к жанру
духовной музыки, активно включая духовные песнопения в программы своих концертов. Впервые со сцены в исполнении хоровых коллективов звучат сочинения Павла Чеснокова, Дмитрия Борднянского, Александра Архангельского, Максима Березовского и других. Сергей Рахманинов, «Богородица, дева, радуйся», исполняет сводный хор Дагестанского государственного театра оперы и балета и Махачкалинского музыкального училища имени Готфрида Гасанова. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусства Республики Дагестан Наталья Макеева. Обработках Рамазана Гаджиева по-новому зазвучали старинные дагестанские народные песни, исполняемые хором Госпелерадио Дагестан, руководителем и дирижером, долгие годы которым он являлся. Работая над сочинением, он, по сути, вдыхал новую жизнь в песни народов Дагестана, открывая миру искусство подлинные сокровища дагестанского музыкального наследия. Более того, выступая как композитор, он умел сплести из тончайших духовных нитей драгоценные узоры старинных легенд и историй, воплощенных в мелодики, создаваемых им хоровых партитур. Такими партитурами является «Боль земли», повествующая о вторжении террористов в Новолакский район, и, пожалуй, одно из самых любимых сочинений Рамазана Магомедовича «Кувшин». Это сочинение неизменно звучало в репертуарах всех концертов, сопровождало коллектив в гастрольных поездках и других торжественных мероприятиях. В исполнении хора Дагестанского государственного театра оперы и балета прозвучит произведение Рамазана Гаджиева «Кувшин».
Приглашается Шамхал Хизриев. Добрый вечер, дорогие друзья, поклонники таланта нашего маэстро Рамазана Магомедовича. Я от имени главы администрации Кулинского района и от имени всех жителей нашего муниципалитета хочу поприветствовать вас сегодня на этом торжественном мероприятии и выразить огромную благодарность инициаторам и организаторам этого прекрасного мероприятия. Рамазан Магомедович это оставил яркий след музыкальной истории Дагестана и мог бы добиться еще большего, если бы так внезапно не оборвалась его жизнь. Говорят, как живет человек, так он и покидает этот мир. Он жил прекрасно и прекрасно ушел. У меня язык не поворачивается сказать «умер», потому что такие звезды и таланты не умирают. Он ушел под бурные аплодисменты поклонников и под возгласы «Браво, маэстро!». Мы жили по соседству. Это семья Гаджиевых. Это прекрасная, добрая, отзывчивая, дружелюбная семья. Семья, которая любили всю музыку, от мала и велика. И человека характеризуют маленькие эпизоды. И мне бы хотелось рассказать эпизод, свидетелем которого я был. Будучи учеником 9 класса на каникулах, значит, покойный Рамазан Магомедович приехал в отпуск. И в это время в районе проводили какое-то торжественное мероприятие и готовили к нему концерт. На этом концерте песню должна была исполнять его сестра Соня, у которой прекрасный голос и прекрасный слух. Когда она исполнила песню, маэстро так посмотрел и сказал: «Сестра,
запомни раз и навсегда. Артист должен петь не голосом, он должен петь сердцем. Независимо, это сцена сельского клуба, где 20 зрителей, или Кремлевский дворец съездов, где 5000 зрителей. Если даже в зале будет один зритель, ты должна выложиться по полной и спеть сердцем, чтобы твоя песня от сердца твоего пошла к сердцу зрителю. Я был мальчиком, я еще подумал, если он такой строгий к своей сестре, что он будет делать с остальными исполнителями? И иногда приходилось мне самому тоже исполнять, выступать в концертах, я подумал, хорошо, что сегодня я не выступаю. Но вот этот концерт, он всех артистов, всех участников этого концерта вот так прогнал. Он эту сестру Соню раз 10 заставил спеть. Она пела красиво, ну, в моих понятиях. Он говорил, нет, фальшивишь, еще раз. Она уже со слезами на глазах, умоляющим взглядом смотрела на него, но он не пошатил. Вот когда последний раз она исполнила эту песню, я понял, что вот это ее песня. Вот до моего сердца дошла. Я подумал, если он такой требовательный к работе, то он строгий, но в повседневной жизни он оказался очень добрым, жизнерадостным и жизнелюбивым человеком. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что пришли чествовать моего соседа, нашего великого маэстро Гаджиева Рамазана Магомедовича. Спасибо вам большое. Мы приглашаем на сцену доктора философских наук, профессора Асият Магомедовну Бутаеву. Если в зале есть еще фамилия Бутаев с двумя «Т», пусть готовится сегодня наш день. Я не собираюсь рассказывать про творчество знаменитого земляка. Я расскажу какие-то эпизоды его жизни. Какой он был человек. Вот то, что я сегодня стою тут на сцене и говорю про него, я обязана ему. Если 7 лет моей жизни дали родители, остальные все года моей жизни дал мне Рамазан. Будучи маленькой 7-летней девочкой, а он был такой цупожахи, вот наша речка в селении разлилась, огромный такой потоп, и все люди вышли с той и с этой стороны смотрели на эту реку. Ну и я с детьми. И тут подо мной обвалился, земля обвалилась, подмыла ее водой, и я оказалась в этой страшной воде. Люди кричали, орали, а он где-то там был, наверное, тоже со своими друзьями. Он единственный бросился в этот потоп, вытащил меня. Его мама всегда говорила, ты должна за него замуж выйти. Ну, Зина, да, сразу кому-нибудь другому. Дальше. Где-то 3-4 года тому назад в Азербайджане, в Баку, на конференции я. После пленарных выступлений нас пригласил ректор, или проректор, он был, точно не помню, к себе на виллу. А у них вилла не как у нас 4 сотых, с маленькой такой дачей. У них вилла, по-настоящему вилла.
40 сотых. Деревья, красота. И он был музыкант. Он занимался музыкой. И он, чтобы сделать мне приятное, сказал: я вам сыграю, вы узнаете. Посмотрю, вы знаете эту музыку или нет. И он сыграл. Очень красивую вещь сыграл и красиво. Вы узнали его? Я говорю: нет. А это ваш земляк, Рамазан Магомедович Гаджиев. Я с его села, его землячка, я не знала, мне было так стыдно. А вы знаете, говорит, его фамилия в музыкальных аналах Азербайджана находится. Вот я хочу сказать своим землякам об этих вещах. Вот такой человек был Рамазан. Воспоминания об этом человеке сегодня востребованное дело. Мы нуждаемся в памяти о таких людях. Это наша духовность. Наши дети должны знать о них, об этих музыкальных, нравственных, о таких великих гениях, чтобы быть похожими на них. А где мы примеры приведем, если дадим забвению такие таланты? Конечно, он ушел очень молодым. Я никогда не забуду слова Ширвани Чалаева, сказанные на поминках. Если меня спросят, какой смертью я хочу умереть, я скажу: вот такой. Какой умер Рамазан? Он умер на высоте музыкального ключа. Вы знаете, как он красиво умер. Моя мама была директором Дом культуры, наши ватчинцы знают. Очень любила петь и красиво пела. И вот этот 15-летний пацан после какого-то музыкального училища, по-моему, которое он вначале окончил, приехал домой летом, все играются, все футбол гоняют, там еще что-то. А он ошивается, околачивается в Доме культуры района. Научил мою маму играть на гармошке. Мама научила меня. Вот такой Рамазан, моя мама говорила: «Ва, Анагулюрч, таджо кабукэсе катрубэту». Он учил нас музыке, любить музыку еще тогда. Если одни рождаются с определенной физикой, с определенной биологией, то Рамазан родился с музыкой на этот свет. Да и семья вся была музыкальная. Если радио, то это у них гремело. Если телевизор, то у них это гремело. Если какая-то новая песня, то это пели их девочки. То Сусанна, то Забира. Вот такая семья была эта. Так что, дорогие друзья, я рада, что мы сегодня о таком человеке с такой сцены говорим, вспоминаем. Будь ты, Рамазан, еще долго в наших сердцах. Старинная лакская свадебная. Обработка Набида Нирова. Партия на горы. Заслуженный артист Республики Дагестан Сеймур Джумартов. Oh,
Вокально-хореографическая композиция «Шувкра». Музыкальный руководитель – народный артист России Тагир Курачев. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Курбан Курбанов. На сцене – государственный ансамбль песни и танца «Дагестан».
окончив в далеком 1971 году Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, Рамазан Магомедович возвращается в родной Дагестан, где начинает свою педагогическую деятельность в детской музыкальной школе номер 1. Работает в Махачкалинском музыкальном училище имени Готфрида Алиевича Гасанова. В 80-е годы руководит хором Дагестанского государственного университета. Благодаря деятельности Рамазана Магомедовича дирижерское искусство нашей республики достигло качественно нового уровня. Воспитав плеяду мастеров музыкального искусства, профессор Гаджиев проложил надежный мост в будущее, по которому теперь идут сотни талантливых людей, создавая новую музыкальную историю Республики Дагестан. На сцене камерный оркестр и хор Махачкалинского музыкального училища имени Гасанова. Карл Дженкинс, Стабат Матер. Части 4 и 7. Дирижер и хормейстер Наталья Макеева. Thank you.
Важной векой в жизни и творчестве Рамазана Магомедовича являлась многолетняя деятельность на поприще художественного руководителя и дирижера хора гостелерадио Республики Дагестан. В 1981 году музыкант активно участвует в подготовке концертной программы Дней культуры Дагестана в Москве. В 1984 году под его руководством осуществляются фондовые записи произведений дагестанских композиторов, обработок народных песен. Особое внимание Рамазан Гаджиев уделяет популяризации музыкального наследия дагестанских авторов, тесно сотрудничая с композиторами Дагестана и России. На сцену приглашается председатель Дагестанского отделения Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Рамазан Фаталиев, заслуженный деятель искусств России Магомед Гусейнов и представители от телерадиокомпании ГТРК «Дагестан» Бике Гусейнова и Фируза Шерифова. Учиться у него. Это был тот самый период, прекрасный по времени период, когда республика буквально кипела культурной жизнью, музыкальной жизнью. И трудно было вообще застать выдающихся деятелей, каковым, безусловно, является Рамазан Магомедович, на преподавательской работе. Вот тот период был такой небольшой, когда в эти годы работали и Шервани Рамазанович Чалаев, и Рамазан Магомедович Гаджиев. И вот мне в этом смысле повезло. Я хочу сказать, что вот тут среди всех тех качеств, о которых здесь говорилось, безусловно, одно, что это был человек, который горел, в буквальном смысле слова, горел своим делом. Если говорят о человеке, который работал на разрыв аорты, это именно Рамазан Магомедович. Если говорят о человеке, который положил свою жизнь на алтарь искусства, это Рамазан Магомедович. У него была очень яркая, очень насыщенная жизнь. Он выдумывал, был большим выдумщиком, я хочу сказать, очень изобретательным человеком и каждый его выход на сцену, это всегда было определенное достижение, определенный уровень. И надо сказать, что вот тот злополучный день, последний его день выступления, это, на мой взгляд, это было вершинное вообще состояние, скажем так, хорового исполнительского искусства на тот момент. Потому что он всегда ставил для себя очень сложные, непосильные задачи. В тот момент только-только обращались к западной европейской классике, как здесь было правильно сказано, и к русской классике, в том числе к Бортнянскому, Березовскому. И, конечно, вот услышать это в исполнении дагестанского хора телевидения и радио, это было, конечно, событием огромного значения. И он, кстати говоря, очень большой придавал этому сам. Я хочу сказать большое внимание этому всему, и в тот день он практически всех пригласил на этот концерт, все были, и мы видели, во что это вылилось. Мне очень грустно, конечно, вспоминать, как бы это некрасиво выглядели эти слова относительно
ухода. Но я могу только сказать одно. Вот удивительно, да, сложилось в тот день, что сам Всевышний дал ему исполнить все. Все от начала до конца. Будто он в тот день принимал его творческий экзамен. И мне кажется, этот экзамен Рамазан Магомедович сдал отлично. Доброго вечера. Все мы, кто знал, общался с Рамазаном Магомедовичем Гаджиевым, горды тем, что рядом с нами жил, творил маэстро. Это была незаурядная личность, сочетающая в себе профессионализм, требовательность и трудолюбие. Его вклад в хоровое дело, в дело воспитания исполнителей, вокалистов Дагестана невозможно переоценить. Не только те, кто работали под его руководством в хоре, но и те, кто работал рядом, ощущали на себе влияние человека большого таланта и незаурядной харизмы. Благодаря профессиональной деятельности Рамазана Магомедовича Золотой музыкальный фонд ГТРК «Дагестан» пополнился произведениями зарубежной и русской классики. Но особое место в репертуаре хора всегда занимала народная музыка и музыка профессиональных композиторов Дагестана, получивших широкую известность. И по сей день музыкальное наследие выдающегося дирижера Рамазана Магомедовича Гаджиева в нашем эфире. Помним, чтим, любим. От многонационального коллектива «Гусли радио» компании «Дагестан», от руководителя Алихановой Луизы Гаджиевны, она, к сожалению, не смогла присутствовать в командировке, уполномочила меня, мы в знак признания дарим цветы. Кариночка, пожалуйста, прими. Вечная память, и всегда он навечно в нашей памяти. Салам алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Так, немного история, совсем немного. В 1938 году на гостелерадио, то есть на радио, создает хоровой ансамбль. Хоровой ансамбль звучит очень так, не восторженно, да? Хоровой ансамбль это был создан для солистов, солистов радио, которые пели на языках народов Дагестана. А преподавали в этом хоровом ансамбле недавние выпускники консерватории России. Спасибо. Так. Преподавали здесь выдающиеся педагоги в то время, это училище, которые работали тоже, Павел Серебряков, Роза Гизрахи, Юна Шалумов, Роза Гизрахи я называл. А в 81 году его назначают главным хормейстером хора гостелерадио компании «Дагестан». С его именем связан новый этап работы хорового коллектива. Если до сих пор хор пел народные песни, авторские песни дагестанских композиторов, а с этих пор в репертуаре появилось произведение мировой хоровой классики Чеснокова, Чайковского, Танеева, Березовского. В 70-е годы, когда я работал в то время зал отдела музыкальных радиопрограмм, меня отправили на командировку, то есть на курсы повышения квалификации работников гостелерадио СССР. И там я поставил перед собой задачу, во что бы ты ни стало изучать фонотеку всесоюзного радио, потому что мы относились к всесоюзному радио, и в фонотеке посмотреть, какие записи. Потому что я не слушал никаких записей в Дагестане, по радио Дагестана, наших записей. И там я с ужасом узнал, что наших там записей 5-10 штук там всего.
И это фонотека, записи сами хранились записями республик Северного Кавказа. Чеченский, Ингушский, Осетинский. Я был возмущен, и я думал, во что бы это ни стало, я встречусь с главным редактором гостя радио, и выясню, почему вот к нам такое отношение. И действительно, я встретился с ним, это Рахкин, ну, можно сказать, наш, почти наш еврей, Борис Самуилович. И он поздоровались, мы, он говорит, из Дагестана хорошо, я знаю ваших композиторов, Гасанова, Такирова, Чалаева. И он говорил, я говорю, а почему такое отношение к нам, к Дагестану? Почему у нас один из лучших радиоколлективов, у нас четыре великолепных оркестра, хора, эстрадного ансамбля, народного оркестра. А он говорит, а кто виноват, что у вас мало записей? Пожалуйста, оставьте заявку сегодня, а когда вы приедете в Дагестан, пускай председатель нам напишет заявку, подтвердит эту заявку, и мы будем записывать ваших коллективов. А действительно, в конце этого года приехал к нам 12 человек. 12 человек, это он сам, Жорников, который руководил, был лауреат Ленинской премии за восстановление записи Ленина. И хор записывал Хоровиков, дирижер записывал Хоровиков, симфонический оркестр дирижер записывал. То есть каждый имел свои функции. Когда принимались эти записи, когда принимались, говорят, обсуждали записи, меня тоже пригласили на худсовет. На худсовете, конечно, тогда присутствовали там высокие профессионалы, это всесоюзного радио, там и выдающиеся хоровики, выдающиеся дирижеры, композиторы, музыковеды. И один музыковед, это Аджемов Константин Христофорович, говорил, так отзывался о музыкальных коллективах Дагестана. Самое яркое впечатление произвело на меня запись музыкальных коллективов радио Дагестана. Я был приятно удивлен мастерством симфонического оркестра, народного оркестра, эстрадного ансамбля. А народные авторские песни в исполнении хора под управлением Рамазана Гаджиева можно смело отнести к жемчужинам хоровой музыки наших национальных республик. Вот такой вопрос. Так, я немножко, наверное, сокращу немного. Времена быстро меняются, но в истории нашего оперного театра навсегда будут вписаны выдающиеся имена первых руководителей музыкальных руководителей, первых талантливых творческих руководителей театра Рамазана Гаджиева и Шамиляха Мурзаева. Спасибо вам. Спасибо. Посеянные прежде семена превращаются однажды в яркие живые цветы. Чтобы понять и оценить тот вклад, который внес Рамазан Гаджиев в культурное пространство нашей республики, нужно услышать голос его творчества, которым эхом звучит в тех сочинениях, которые были исполнены под руководством нашего уважаемого маэстро. Сердце поэта пронизано словом. Мир для художника холст и пастель. Нет для актера возвышенней крова, чем сцена театра, дух его стен. Готфрид Гасанов, песнь «Осиян» из оперы «Хачпар». Исполняем симфонический оркестр Дагестанского государственного театра оперы и балета, солистка Заира Даимова. Дирижер Народный артист Российской Федерации, Народный артист Республики Дагестан и Чеченской Республики, профессор Валерий Хлебников.
На сцену приглашается председатель Союза музыкантов Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Дагестан Хан Мирзаханович Баширов. Дорогие друзья, Алишера Навоидиса, хорошие слова. Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, что будут помнить имя. Эти слова относятся сегодня и к Рамазану Магомедовичу Гаджиеву, человеку доброй воли, чистого сердца и благородной души. Меня судьба с ним впервые взяла в 1971 году. Меня, учащегося Махачкалинского музыкального училища, он выпускник Саратовской консерватории, приехал в музучилище, преподавал. И знаете, первое, что мне в нем понравилось, его отношение к студентам. Видимо, он что-то предчувствовал, знал, видел. А люди, студенты, которые тянулись к музыке, занимались, он всячески старался помогать. Вечно мне он помогал читки партитур, музыкальная литература. Он был человеком очень всесторонне развитым, знал хорошо политику, философию, историю и все время говорил, что ты должен закончить вуз, у тебя неплохие данные, не надо лениться. И получилось так, что я в училище занимался один мальчик, ну, на фортепианном отделении, особенно выпуск 1973 год, и Рамазан Магомедов всячески помогал мне. И даже будучи, когда я был студентом консерватории, он мне часто писал, интересовался. Встречались мы с ним на каникулы, когда я приезжал. И самое главное, что он оставался всегда человеком. То, что касается, он закончил консерваторию, приехал, работал, он ходил в наш президиум Союза музыкантов, помогал и с особым трепетом относился к благотворительным концертам. Будучи руководителем хора гостелерадиокомпании «Дагестан», он сам даже интересовался, когда вы выступаете у ветеранов, когда выступаете у детей и так далее, и так далее. И помогал присутствием артистов. Его артисты часто выезжали, мы на эти благотворительные концерты участвовали во многих мероприятиях, и всегда Рамазан Магомедович оставался на высоте. И помнится мне его выступление в Нальчике на Днях культуры Дагестана Кабардино Балкарии, когда впервые он исполнил, вот сегодня мои коллеги вспоминали, Бартьянство, Березовство, духовную музыку. Это было вообще огромным, такой огромной победой Рамазан Магомедовичу с этим коллективом. Я же хочу сказать, что лично для меня Рамазан Магомедович сегодня жив, я слышу его голос, слышу, общаюсь. Хочу сказать, что мы должны быть достойны его памяти, о его семье, тете Жене, Заору, Марьян. Хочу пожелать всего самого крепкого, самого доброго и заверить, что он для нас и сегодня живой. Спасибо большое. В 2000 году Рамазан Гаджиев пришел в Дагестанский государственный театр в качестве дирижера. В 2004 году он становится главным дирижером, а с 2006 года Рамазан Магомедович – художественный руководитель Дагестанского государственного театра оперы и балета. За непродолжительный период его руководства Рамазан Гаджиев сумел сделать многое, обогатив репертуар театра сочинениями великих классиков. В 1996 году за постановку первой дагестанской оперы «Хочбар» Готфрида Гасанова Рамазану Гаджиеву присвоено звание лауреата Государственной премии Республики Дагестан в области театрального искусства.
В 2003 году выступает как дирижер-постановщик первой классической оперы на дагестанской сцене «Алека» Сергея Рахманинова. В 2004 году осуществляет постановку первой детской оперы Вано Гкели «Красная шапочка» и балета на музыку Мурада Кожлаева «Имам Шамиль». Сергей Рахманинов. «Алека». Сцена у люльки. Каватина «Алека». Пляска мужчин. Исполняют народная артистка Республики Дагестан Светлана Мусаева и Белек Абасов. Как он мог так, как он сел, как он сел.
какую грустью я томим. Я без забот, без сожаления, плену точущие дни. При сне вокруг просвещения я волен так же, как они. Я волен так же, как они. О Боже, как играют страсти моей послушной душой.
Thank you.
приглашаем на сцену художественного руководителя Дагестанской государственной филармонии имени Гатама Мурадова, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Ирину Германовну Нахтигаль. Друзья, дорогие коллеги, жизнь Рамазана Гаджиева – это славная история нашей, славная страница нашей истории. Я не училась у Рамазана Магомедовича, он не учил меня читать партитуры. Но я жила рядом с ним достаточно долго. Наблюдала со стороны сначала его деятельность. И каждый раз я восторгалась его энергией. Энергия была во всем. В том, как он любил спорт, я об этом знала от своего супруга. В том, как он любил музыку. И вот эти слова «любовь к жизни», «безумная самоотверженность». Он был болен. Как он был болен, знала, конечно, его семья. Не знали те, кто приходил в залы, где звучала музыка под его управлением. Это были не одна, а несколько белых сорочек, которые он менял, когда выходил за кулисы. Никто об этом не знал. И вот эта безумная энергия, это желание украсить этот мир, вот что было отличительной чертой его жизни и его творчества. Он получил очень хорошее образование в Саратовской консерватории. И я думаю, что он поставил себе цель изменить жизнь Дагестана. По-настоящему сделать так, чтобы наша культура, дагестанская культура и европейская культура объединились в одном целом. Ему это удавалось. Удавалось безусловно. И в тех программах, которые он создавал, и в тех произведениях, которые он хотел, в больших произведениях, сценических произведениях, которые он исполнял на наших сценах. Но так как я представляю филармонию, то мне хотелось бы сказать и о наших творческих взаимоотношениях с Рамазаном Гаджиевым. Когда он работал в первой музыкальной школе, это историческое учебное заведение, которое дало нам так много ярких имен нашей музыкальной культуре. И с хором этой школы впервые он исполнил кантату «Стабат Матер». Солистами были солисты филармонии Любовь Журавлева и Валентина Лубенцова. Затем он повторил исполнение этой кантаты с хором «Радио». И одна из солисток была тоже солистка филармонии Долорес Стринаткина. И вот таких эпизодов было не так много. Кстати, первый публичный концерт хора дагестанского радиотелевидения был на сцене, на старой сцене, исторической сцене Дагестанской государственной филармонии. Это была как раз программа, о которой говорили наши ведущие, вот эта духовная музыка, перед которой преклонялся Рамазан Гаджиев, которую он привнес в нашу культуру, она звучала впервые вот так открыто для публики на сцене Дагестанской филармонии. Ну и, конечно, я не могу не сказать, уже говорили здесь, но не могу сказать о последнем дне, о нашем общении, потому что я прожила практически этот день вместе с Рамазаном Гаджиевичем. По нашей инициативе этот концерт был назначен на День католического Рождества и звучала месса «Бревис» Вольфганга Амадея Моцарта. И много событий было в этой жизни. К сожалению, не смогли мы так организовать подготовку этого концерта, как должны были. И это наша вина, боль. И вот она остается, конечно, такой груз остается. Я была за кулисами, я вела этот концерт и видела все. И вот в антракте Рамазан Магомедович под руку со своей Кариной проходил за кулисы. У него была такая отцовская
улыбка. Он говорил, он сказал, ты моя гордость, ты моя дочь. Мы знали, конечно, об этом, но ему хотелось еще раз это подчеркнуть, вот эту вот близость необыкновенную, действительно отцовскую гордость. Ну, кто мог подумать? Никто не мог подумать. Все та же энергия, все тот же накал, все тот же напор. Я-то видела его лицо из-за кулис, зрители видели со спины, а я-то видела из-за кулис. Понимаете, и ничего не предвещало этого. А потом я видела уже спину, входящую спину, эти восторги. Но восторги не до того как, понимаете, действительно народ ликовал. Народ ликовал от вот восхищения. И вот пусть с нами останется надолго восхищение этим удивительным, лучезарным человеком, Рамзаном Магомедовичем Гаджиевым. Музыкальный Гаджибека, оперета «Аршин Мал-Ала». Дуэт Аскера и Гюльчохры исполняют Народная артистка Республики Дагестан Мадина Исмаилова и заслуженный артист Республики Дагестан Яхья Исаков. Ручьям и рекам, вдоль скалистых гор, равнин, лесов и больших городов, создавая симфонию жизни и света. Антонин Дворжак, симфония номер 9, финал.
Thank you.
На сцену приглашается однокурсница Рамазана Магомедовича Разият Алиевна Алиева. Я хочу сегодня обратиться, дорогой Рамазан, тебе, мой близкий друг. Ты, наверное, сверху смотришь нас и видишь, и слышишь нас. Иначе не должно быть. Ты для меня не умер, никогда не умер, пока я жива. Дорогие друзья, хочу несколько эпизодов вспомнить наши годы учебы. Рамазан, правда, чуть моложе меня был. Но я чуть старше была. Но так попало, что мы учились педагога Розы Михайловны. Великого педагога Розы Михайловны Мизрахи. Даже и не могу сегодня не вспомнить таких великих педагогов, которые нам преподносили предметы. Вот Фред Олег Гасанов, музлитература. Это надо было видеть, как он музыкальную литературу преподавал. Таких великих педагогов у меня сейчас. Варшавский Иосиф Нагумович. Гармонию и сольфеджио. Вот я говорю вам, что мы приехали с гор, дети. Ни Рамазан не знал ни одной ноты. Ни я не знала. Первый раз в жизни, когда мы приехали поступать, мы первый раз рояль увидели, пианино, что-то мы даже не знали. Нас приняли, конечно, и конкурсы были, когда принимали. Но у нас был хороший слух. У нас была хорошая память, мы пели, ну, такие просто развитые дети, просто музыкальное образование никакого мы не имели. Ты все много достиг, Рамазан, очень многое сделал для этой культуры. Ты достойное место занял Розу Михайловну, нашу любимую учительницу. Я что хочу сказать, один раз приезжаю, я еще была директором музыкальной школы города Избербаша. С коллективом приезжаем посмотреть «Хачбар», первую нашу оперу дагестанскую. Смотрю, быстрыми шагами кто-то идет издали. Смотрю, великолепно одеты в дирижерской форме Рамазан. Идет и кричит: «Разият! Разият!» Смотрю, Рамазан. Ой, как мы обрадовались друг другу. Посидели, поговорили, что время было до спектакля много. Он мне говорит: «Разият, какие мы с тобой счастливые люди!» Я говорю: «Ты о чем?» Я говорю, а он говорит, что мы учились у Розы Михайловны, столько же нам она нам дала. Я говорю: «Да, я тоже радуюсь и счастлива, что мы вот таких педагогов действительно учились». Я еще хочу сказать, ты действительно заслужил таких высоких званий, как заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат республиканской премии Дагестана, профессор, ну, тебя уважали, тебя любили все, тебя ценили, ты слишком много работал, ты ни капли себе не жалел, Рамазан. Тот последний вечер, твой творческий вечер, ты не знал, что я приеду. Благо, что наши дети, наши девочки, твоя Карина и моя Умочка, они вместе в институте учились. И вот это тоже нас больше сблизило. Мы приехали, так, букет цветов, там море было в зале. Еще никто ничего не успел. А потом его сочинение какое-то, вот передавали, так красиво пели хоры. И так, такой красивый исполнитель от души дирижировал. Потом я поднимаюсь, а дочка говорит: «Мама, сиди, концы вручишь». Я говорю: «Нет, я должна сейчас вручить этот букет ему». Успел я его вручить, он мой букет поставил на рояль. До сих пор смотрит, когда выйдет, показывает. Это рояль смотрит тебе, Рамазан. До сих пор, дорогой мой. То, что ты успел делать, ты, конечно, очень много сделал. То, что не успел, то твоя любимая дочка Карина сделает.
Спасибо тебе, Кариночка, родная моя. Терпение вам, здоровья всей вашей семьи. Вы многое, конечно, потеряли. Ваш отец умер, как умирают великие люди. Иначе не скажешь. Здесь, в зале, наверное, есть выпуски нашего училища. Я смотрю на Ида Абдурахмановна, моя дорогая. Учились тоже вместе. Была директором. Сделала много для развития культуры. Была министром культуры. Я никогда не забыла. Вы меня поддержали как директора. Конечно, школа великая у нас была. Ну, преподаватель коллектива. Вы мне дали самых лучших кураторов училища. Спасибо вам. Я вас увидела. Хочу вам отдать благодарность. Спасибо вам. Здоровья. Только хорошие люди. Крупица огня не исчезла во мраке. В ладонях зажглась сотни маленьких искр, и снова горит в руке моей факел, и путь освещает в небесную высь. Моцарт, реквием. Диссер. Пусть струится с высот, словно горный ручей, песни чистого сердца звучание. Пусть не смолкнет твоя лебединая песня, в небесах
окрыляя идущих. Стал желанным, возлюбленным гостем ты здесь, в мире ангелов, свету поющих. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену дочь и супругу Рамазана Магомедовича Гаджиева. Дело, дело тех музыкантов, которые жили до него и будут жить после него, оно продолжается. Это самое главное. Здесь в зале сегодня и коллеги, и друзья, и родственники, односельчане, ученики, папы. Спасибо, что пришли, поддержали нас за теплые отношения, за теплые слова, за доброе вот такое участие. Конечно, хотела бы поблагодарить Министерство культуры Республики Дагестан, где я работаю, за Ремажину, за горячее участие и содействие лично вас. Благодарю Дагестанский театр оперы и балета, прекрасных музыкантов, всех спасибо вам, низкий поклон. Мы это ценим, мы вас любим, и я очень рада, что сегодня на самом деле родные лица. Я вас всех увидела, я думаю, что от лица папы я благодарю вас. Спасибо всем, кто пришел, начиная с родственников, коллег, друзей его, всех, кто работал с ним когда-либо. Спасибо министрам культуры, всех, при которых работал Рамазан. Особое спасибо Галине Ажуевне, которая организовала содействовала этому вечеру памяти. Рамазана сегодня возрадовалась, услышала то, что наша музыка и культура жива и будет жить. Благодаря таким музыкантам, которые старались и выложились, я думаю, могли бы даже лучшие сцены представлять. Спасибо всем. Благодарю семью, что он меня свел с таким человеком. Я 32 года прожила рядом с ним. Прекрасный. Дорогие друзья, во все времена существовала традиция, согласно которой в конце концерта этому факту особого внимания никто не уделял. Это было его привычным состоянием перед выходом на сцену. Во фраке он был элегантен, подтянут, за кулисами шутил. Сегодня многие пытаются найти в его действиях какое-либо предзнаменование. Но разве это имеет сейчас какой-либо смысл? Все, кто пел в этот вечер под руководством Рамазана Гаджиева, говорят про его артистизм. На сцене он выхватывал вдохновение из атмосферы выступлений и все это отдавал хору. В последнем своем интервью перед концертом он не скажет ни одной красивой фразы о преданности любимому делу, верности выбранному пути, готовности посвятить всю жизнь призванию. Но факт непрерывной работы в сфере культуры – 45 лет. Он так хотел, чтобы его новая программа понравилась слушателям. Дорогие друзья, во все времена существовала традиция, согласно которой в конце концерта всем присутствующим желают многие лет. Так завершился и последний концерт Рамазана Магомедовича Гаджиева. Сергей Прокофьев. Многое лето.
друзья, наш вечер памяти подошел к концу. Мы благодарим всех участников концерта, коллективы, солистов, дирижера, народного артиста России, профессора Валерия Хлебникова, режиссера Дмитрия Павлова, автора стихов и автора сценария, члена Союза писателей России Марата Шахманова. Концерт вели артиста Русского драматического театра Юлия Майорова. И народный артист Республики Дагестан Алексей Тимохин. До свидания, до новых встреч!